На вашей матери висит кредит. Оплатить ей нечем. У нее могут отобрать землю. Большой банк. Слишком большой. Сказала девка в койке. В пятницу ее лишат права собственности. Так что любой ценой привезите деньги в четверг, и тогда свободны. Ну что, братишка, пошли подколымем? Доброго утречка! Открываем сейфы! Старик, пушка есть? Конечно, есть. А как же? Ты ее тоже заберешь? Мы грабим не тебя, мы чистим банк. Слышал об этих парнях? Твой шанс развлечься напоследок перед выходом на пенсию. На одну охоту у меня еще хватит. Как давно мама слегла? 3 месяца. Проклятый банк ее угробил. Всем живо на пол! Расскажите, что видели. Видели, как грабят банк, который грабил меня 30 лет. Как ты год на воле продержался? С трудом. Не вставать! Эти парни точно знают, что делают. Похоже, они хотят собрать определенную сумму. Уходим! Жми, жми! Тоби, ты поступаешь как надо. Не я, мы оба. Да, брат. Хочешь совет? Поезжай к мальчишкам и матери. Говоришь так, будто тебе это с рук не сойдет. Такие вещи никому с рук не сходят. Тогда почему ты пошел на это? Потому что меня попросил брат. Кажется, раскусил я этих парней. У него ни одного привода, ни одного ареста. Не он это, Маркус. Тебе будут всякое рассказывать про нас с твоим дядькой. Пусть говорят, я не поверю. Можешь не верить, но это правда. Я люблю тебя, Тоби, правда. Я тебя тоже.